Так, ну что же, FPS держится довольно уверенно. Там он еще один ходит. Так что это уже радует. Ага, вон он. И пошел он обратно, да? Так, вон там он ходит. Надо хотя бы хоть какое-нибудь оружие, что ли, найти. Крысы бегают. Мухи летают. Да, на текстурах немного просаживается FPS, но довольно-таки играбельно. И как бы оно нормально. Ну, это, соответственно, плюс того, что еще идет видеозапись. Ну, вот то, что летают мухи, уже вот это вот добавлено. Такая мелочь, но хорошая мелочь. Двери у нас закрываются, нет? А, двери у нас не закрываются. Плохо. Ух ты, ё-моё. Я слышу звук зомби. И, по ходу дела, он согрелся. Где-то там справа. А двери-то, блин, не закрываются. Он, блин, зараза, где-то рычит. Я так понимаю, что здесь ничего интересного не будет. Сделаю-ка я пока от первого лица на всякий случай. Не пойму я, где он рычит, но мне как бы неохота. Но он, походу, где-то внизу. Ладно, пускай там и остается. Угу. Это проход в другое здание. Здесь, видимо, у нас кто-то выживал. Точнее говоря, ночлежка. О, так, стоп.
А, слово пак, я понял. А разобрать его нельзя, да? В нем меньше этих ячеек. И он может с собой меньше переносить. Это нехорошо. Я так понимаю, что здесь больше-то ничего и нету. Хорошо, сейчас здесь глянем. Да, лута не особо много, даже я бы сказал бы мало лута. О, теперь я стал ниндзя. Понятно. Хорошо, тапочки еще вижу. Еще вода. Масло. Не знаю, зачем оно нужно будет. Ну, пускай пока будет. Может быть, для разжога чего-нибудь. Канистра. Дизельное топливо. Но мне пока для этого рано. Хорошие кресла стоят. Ага, вот эта вещь хорошая. Это у нас по типу фляга. Может быть, она есть. Ну, скорее всего, она есть. Ну, перчатки у меня уже есть. Еще одни перчатки мне как бы не нужны. Я даже не особо пойму, где он там есть. Ну ладно, пойдем наверх. Сейчас глянем, что у нас там еще наверху. Здесь у нас тупик. Где-то я видел лестницу наверх. Ага, вот она. Ах, это уже крыша сама непосредственно, да? Так, вон там у нас военный КАМАЗ стоит. В КАМАЗе что-нибудь может быть. Самолеты, самолеты, ангары. Там вдали в углу зомби вон застрял. Ну, с последнего раза, да, они хорошо оптимизировали игру, и это очень как бы радует. Тому как раньше было все очень плохо. Сделано это довольно симпатично все. Немножко подшаманить с настройками, если что-то не понравится, и можно будет спокойно продолжать выживать. Ага, вот у нас спуск вниз, да? О, микроволновка. А, нет, это монитор такой. Нормально. Это пиво. Нет, ну, пиво я брать не буду, с него еще больше потом пить захочется.
и пить, и есть, и все прочее. Так, тут у нас пусто. Идем дальше. Опять ботинки. А, стоп, это... Нет, это другое место. Хотя я сейчас посмотрю это. Да, это переход оттуда был, все. Банки. Но они все, понятно, пустые, помятые. О как, целый автомат. Я бы его, честно говоря, раздолбил бы и забрал бы оттуда все. Но, видимо, нельзя. Выживать так выживать. Да ладно. Ружье. Так, фонарь я убираю нафиг. А патронов-то и нету, да? Ладно, ружье пока взяли, уже хорошо. Угу, вот как можно делать, да, все, перекладывать. Ладно, оставляем пока. Может быть, я что-нибудь еще подберу и уже посмотрим. Ружье, что самое интересное, занимает только одну ячейку. Вот это вот, не знаю, радует, не радует. Закрыто. Ну, полицейская дубинка, я так думаю, мне точно здесь не понадобится. А, гнилое яблоко. Нехорошее яблоко. Нет, это я брать не буду. Так, это были по... По-моему, это были персики. Флей раунд. Ладно, оставим пока. Угу, больше ничего нет. Ладно, выходим. Stay in groups or die alone. Понятно. А, это уже первый этаж получается, да? Видимо, да. Это уже интереснее становится. Я только не знаю, зомбятина может мне найти или нет. Ищут ли они путь обхода? Ну, по идее, не должны.
Я так понимаю, что он вон там где-то. Ладно, пускай он так пока там пока и остается. О, я шлемачок достыл. Вместо нафиг банданы. Может быть, шлемак спасет от ударов по голове. Я, по-моему, совсем обнаглел, да? Так, томатный сок. Возле зомби-то бегать. Понятно, это ремень. Виски. Не-не-не-не-не. Вот виски я точно брать не буду. Так, это у нас еще одна, да, получается? Обалдеть. Он прямо вот здесь вот за стеной стоит. Хорошо, пускай стоит там. Вот не помню, был я здесь или нет. Да, здесь я был. Стоп, а на этом этаже был ли я? Мне интересно, а чего я шепотом начинаю говорить? Как будто он меня услышит, да? Сюда хотел прийти. Я немного заблудился. А, вот. Так, ну что ж, надо тогда по палаткам пробежаться, попробовать. Я бы вон в те домики еще сходил бы. Опа, один согрелся. Я все-таки его завалил, да? Так, ну что же, здоровье потихонечку восполняется. Да, нахлобучил он мне, конечно, нехило так. Так, прочность, я так понимаю, не упала. Это уже радует.
Да, здоровье понемногу восполняется, это радует, конечно. Ну, вон он, тот самый зомбятина, который стоял, пускай это.